Добрий день, сумчани! Сьогодні я вас вітаю на телеканалі РТС, на головному каналі Сумщини, на якому ви бачите багато цікавих передач. А сьогоднішнього дня ви будете бачити кулінарне шоу «Полов'ян жарий». І сьогодні завдяки оцім сковорідкам, ножам та м'ясу і нашому шановному гостю Володимиру Монастирному ми покажемо наше перше блюдо. І так, я вас прошу привітати нашого гостя Володимир Монастирний. Ваші оплески не зволікайте біля екранів, хлацайте, хляцайте в долоні, це буде дуже цікаво. І так, з вашого дозволу я переходжу на російську, бо нам з Володимиром буде так трішечки удобно, я би сказав так. І так, Володимир, здравствуйте. Добрий день, Дмитрий, добрий день, телезрителі. Вот. Сьогодні ми будемо готувати для вас блюдо. Владимир мне его называл, я его действительно никак не могу запомнить, я знаю, что там присутствует мясо. Итак, Владимир, что это будет? Мясо – это национальный украинский продукт, он выглядит примерно точно так же, как и горбуз, но немножко дороже. Вот, примерно да. Вот он выглядит. История этого блюда такова. В юности довелось поучиться кулинарным премудростям, и одно из самых интересных и незабываемых блюд, с которым столкнулись на практике. Дело было так, в далекие 90-е годы, будучи на практике, мы работали в ресторане на одном из черноморских замечательных курортов, и пошел слушок по заведению, что в зале проверка. Вот, то есть будут взвешивать, перемерять и соответствуют тех или иных блюд. И обычная отбивная, которая запросто помещалась в такую замечательную тарелку вместе с гарниром. Может быть, даже чуть меньше. И с другими еще наполнителями вдруг приобрела очень необычный вид. Мясник собственноручно отбил отбивную так, что после того, когда ее жарили, она просто-напросто не помещалась в тарелку. Но находчивые повара быстренько сообразили и смекнули гарнирчик подать в отдельной тарелке, чем особо умилили проверяющего. После того, как ему на стол выставили все его блюда, у него даже места на столе не осталось, и проверка прошла очень удачно. Итак, это блюдо относится... Можно минутку, да. Буквально, да, то так быстро. Я хотел бы представить нашим телезрителям Владимира. Владимир – это главный бармен Сумщины. Вот, официально руководитель и учредитель, я так понял, Сумской школы барменов. Совершенно верно. Да, и поэтому сегодняшняя наша беседа будет не только о том, как готовить замечательное мясо, но и о жизни вашей, Владимир. Итак, немножечко о блюде, давайте продолжим. Ну, начнем с того, что будем готовить его в сухомятку, все-таки на самом деле, ввиду того, что время позднее, и калорий от мяса будет предостаточно, чтобы еще чем-то усугублять. Ну, итак, блюдо... Нам не помешает. Да. Итак, национальное татарское блюдо, потому что это ресторан все-таки был татарский, который называется «Кабоб Лазат». Для этого нам необходимо телятина, лучше взять вырезку. Вот. Необходимо нарезать на порции. Необходимо нарезать на порции. Ну, в зависимости от ваших аппетитов, кусочки могут составлять это порядка 150 грамм в сыром виде. Мы приготовим пару порций, поэтому нам будет достаточно двух кусочков. Так вот, фокус в том-то и заключался, что вот эти вот небольшие кусочки мясник сумел отбить до неузнаваемости. Вот, трудно было определить, свинина это или говядина. Ну, а мясника узнали? Мясника узнали, да. Ну, немножко будет у нас, да, сейчас шумненько. Вот, поэтому мы очень нежно отбиваем... Что нам еще понадобится для этого? Да, кстати, очень хорошее дело, когда работаешь с напарником. Нам понадобится для маринада немного чеснока. Чесночок надо будет почистить, измельчить. Сколько его надо будет почистить? Там сколько? Три зубка будет в самый раз. Вот тебе специальное приспособление, Дим. Вот ты когда-нибудь как чистил они чеснок? Называются? Просто давайте скажем на чеснокочистилка. Чеснокочистилка, да. Ну, да. Чеснокочистилка состоит из чистить. Ножа и досточки. Да. Вот. Как вы попали в Харьков, в кулинарный техникум, я так понял, да? Это как герой Хазанова, да? Ну, может быть, где-то так все и выглядело. Вообще очень сложно шел я к профессии бармена через арт-училище. Вот, через техникум советской торговли, через Харьковскую академию общественного питания. Ну и в конечном итоге понял, что все это делается ради того, чтобы ко всем этим прекрасным закускам можно было налить все-таки хорошие качественные напитки. Это с первым алкоголем в арт-училище, да, получилось? Да, наверное, немножко раньше. В детстве были такие замечательные кафетерии в каждом магазине. Учитывая то, что спиртное нам там не продавали, но нам продавали яблочный сок. Ну а в те времена незатейливые домашние хозяйства всегда еще к праздникам имели и немножечко дрожжей. К праздникам, я замечу, не ежедневно. Хлебных, я замечу. Хлебных, да. Вот. И несложная реакция яблочного сока, опять-таки сахар и дрожжи, сверху резиновая рукавичка. В подвале сделали чудодейственный напиток.
Вот, ну, фактически мы были первооткрывателями приготовления спиртных чеснок напитков. Чеснок готов, да, как его резать? Меленько его нарезаем. Как меленько? Насколько меленько? Как меленько? Ну, если позволите, да, пока, как да, это делает профессионал, а вы будете делать так, как вам будет удобно. Не, ну так у меня будет с пальцами. Да, с пальцами. Ну ничего страшного, мы просто увеличим выход блюда, будем брать чуть-чуть дороже за него. Да и все. Отлично. Пожалуйста. Половьян кормит будет еще скоро. Так, мы продолжаем увеличивать нашу отбивную. Так вот, возвращаясь к этому блюду, на самом деле мясник-виртуоз, которому до 1000 штук таких отбивных доводилось отбивать каждый день, ну там вытворил просто-напросто невозможное. То есть отбивная была тоненькая, прозрачная и очень большая. Ну, фактически уже отбиты наши мясные кусочки. Вот, мы чеснок... Чеснок практически нарезан. Да, надо глубокую тарелочку туда, добавим туда немножко сметаны, посолим, поперчим и опустим это мясо в такой достаточно быстро готовящийся маринадик. Чеснок, сметана, соль Итак, и перец. Чеснок, да, у нас чеснок глубокая мелко тарелочка, нарезан. Да. Очень есть мелко. Глубокая тарелочка. Есть глубокая, насколько может быть глубокая эта глубокая тарелочка, вот я ее... Даю. Итак, вот у нас сметана. На самом деле, напарник — великое дело на кухне. Вот, если получилось, можно сказать, что он был только всего на подсобных работах, да? А если не получилось блюдо, можно все на него спихнуть и сказать, вы же видели, основные операции выполнял он. На этом и основано, да. Мне кажется, большинство кулинарных шоу, ну, в нашей ситуации это не так. Мы перемешаем у нас сметанку с чесноком, добавим немножко соли, перец. Да. Яйца и пальца в солонку не добавлять, да? Да, да, ну можно вот так вот, вот так вот набросать соли. Да. Вообще, и немножко перец. Перца, да. И перец. Итак, для этого нам надо немного мяса, мы его отбили. Мы его сейчас замаринуем в сметано-чесночном соусе с добавлением по вкусу перца и соли. Такой вопрос. Как родители отнеслись вот к профессии бармена именно? Ну, то понятно, что я, насколько понял, арт-училище, это было больше выбор. Вот у нас есть специальный тут пакетик, да. Это выбор был родительский, да, такой? Либо нет, вот это было сознательный. Это очень сознательный был выбор. И все было хорошо, если бы не очень строгая армейская дисциплина. Учиться получалось, а дисциплина хромала. Очень близко арт-училище находилось к дому. Вот, и поэтому каждая зарядка заканчивалась посещением мамы, ну, борща. Да, завтрака. И через некоторое время это приобрело спортивный интерес. Замполит выгулял в это время обычно свою собаку. И у нас даже с ним были игры, поймает он меня или нет. Если 1-2 дня он меня не мог поймать, для него это уже было расстройство. У него депрессия, не спит такой. Вову не поймал, все. Капец. Ну а заканчивать, мобильных телефонов не было, и когда звонили из арт-училища и спрашивали, где ваш сын, ну приходилось отвечать, он же у вас учится, а не у нас. Поэтому и это надо, примерно за одним забором, да, было, да, разные стороны забора. Минут 7 было в пешем порядке. Понятно. Да. Итак, что мы дальше делаем? Мясо. Мы замариновали мясо. Вот. Сколько оно маринуется? Ну, обычно 15-20 минут достаточно, но учитывая позднее время, дабы мы не потеряли Нет, сыр мы энергию, точно не будем есть, мы с этим определились. Мы, конечно, его придадим тепловой обработке, но я думаю, 10 минут нам достаточно будет. При что этом дальше? Мы еще используем сезонный продукт. Недавно был Хэллоуин. Все повыбрасывали гарбузы или еще нет? Но я знаю, что точно еще нет. Не, пойду достану, конечно. Знаешь место, да? Вот у меня тоже немножко есть этого замечательного национального овоща. Вот, поэтому мы приготовим тушеный гарбуз. Он фактически уже что готов. Необходимо его почистить и порезать на кубики. Вот. Давайте. Сколько? Всю тыкву? Ну, мы по одному кусочку сделаем, чтобы никому было не обидно. Я думаю, тыква не превратится в карету. Ну, смотря что с ней вытворять. Не, я думаю, если ездить на тыквах, то это будет печально. Вот. Итак, вернемся к выбору профессии все-таки. То есть, через кулинарный техникум, через вот эти все путешествия, именно бармен. Почему бармен? Если я подозреваю, то, наверное, может, с шабашек пошло. Либо лучше всех получалось в коллективе. Да, было ситуации, когда доверяли. Ни для кого не секрет, что напитки горячительные были не общедоступны. За ними приходилось еще и повоевать. Вот, чтобы После одного года артняги было достаточно отвоевать себе продукт. Поэтому после того, как долгожданный напиток, мы становились его обладателями, кто-то очень ответственный и серьезный должен был приступать к его порционированию. Может быть, поэтому... и кому доверяли. Все доверяют, да? Честность, это самое главное. Вот, разговоры разговорами, предлагаю все-таки включить каким-то образом плиту. Давайте на пятерочку. Да.
Вот она разогреется. И нам понадобится еще сделать одно замечательное подготовительное действие. Как говорили одни из моих знакомых, говорит, не пойму в заведениях, ну, в ресторанах, в кафе, говорит, зачем, говорит, они мясо постоянно прячут в булочку. То есть, да, так называемая отбивная в кляре. Ага. Вот когда за, собственно говоря, этим кляром и не найдешь, собственно говоря, самого этого мяса. На самом деле, ну, в чеке ж написано мясо. В чеке написано, да. Достаточно. Да. Что, самое главное, что я ел? Мясо. Мясо. Мясо, все, мясо да. В булочке. Да. Так вот, на самом деле один из видов панировки, это двойная панировочка. Мы будем приготовим лизон. Вот это. Че? Льезон. Это яйцо, смешанное с молочком. Ладно, не просто, да. Нам понадобится на этом еще. Остановимся. Вот мы приготовим яйцо, смешанное с молочком. Как да, замечательно, да, друзья. Да, по-моему, да. Все понятно. Да, будьте даром мне одну глубокую тарелочку, собственно говоря, яйцо, да, и молоко. Еще одну глубокую тарелочку. Яйцо. Вот, пожалуйста, выбирайте. У нас их три. Три. Выберем самое достойное. Самое достойное. А на самом деле без обид, друзья. Нет необходимости отделять желток от белка. Ну, все наверняка знают, чтобы в тех случаях, когда это необходимо сделать, достаточно вот пару раз молоко ударить. С хлопком можно открывать, там какая-то барменская такая замутка. А в локоть, я помню, у нас в студенчестве локти были отбиты. Я не знаю, зачем мы это делали, но это было так прикольно, казалось, со стороны. Вообще, вот. Есть какие-то секреты? Открывать молоко. Чтобы было от молока хлопок, его надо выбрать самые уже подходящие сроки годности, которыми 2 дня подержать его возле батареи в теплом месте. Хлопок вам обеспечен. Итак, мы смешиваем. Добавим немножко соли и перца в наш лизончик. Они возле двух менее достойных яиц. Вот. На все, самом можно деле возвращать, чтобы да, не скучали там солено-перечная жизнь у них там. Я думаю, это можно убирать пока сюда, я здесь еще уберу. Я так понял, самое главное вот достоинство кухни, чтобы слишком не загрязняться, чего у меня особо, ну, по-честному, не получается. Я если готовлю, то у меня всю кухню можно просто заново обставлять, там, потому что это проще, чем убрать. Да, чем сопровождается убрать, с покупкой новой мебели. Продолжим. Итак, мы, по-моему, закончили о соусе лье. Это специально для панировочки, для двойной для, у нас. Для панировки, соус для панировки. Да, ну, температура чувствуется, что она у нас рано или поздно нагреется. Вот, и у нас еще один из компонентов, это, собственно говоря, и мука. Вот мука? Да, мука. Есть просто мука, есть и мука. И мука. И мука. Да, добавим вот немножко муки. Вот, пожалуйста, у нас на такое. Мука, наверное, вы привыкли видеть белую муку. Как показала практика закупки продуктов в супермаркетах, она бывает разная. Вот, мы сегодня взяли пшеничное цельнозерновое. Так, используется, я думаю, оно будет удобно для кляра. Я тоже думаю, как раз и потому что оно такое один вот один из новых продуктов. Ну и добавим, собственно говоря, растительное масло. Растительное масло. Вот. Здесь у нас тоже. Я думаю, его можно без хлопка. Потому что это будет страшно, вот это ловить, как шампанское, я себе не представляю, как поливает. Это, наверное, в Бездрике на замечательном заводе. Вот, они так вот празднуют там. Ну, я чувствую, идет жар от сковородок. Вот здесь мы будем тыкву жарить, да, у нас нашу тыкву. Замечательное название. Наша тыква, наша репа, да? Все-таки сразу думаешь о человеческом обличии, да? Там тыква, репа, там. Вот, знаешь, ну, был такой мультик Чиполлино, да, такой, тыква, да? мы у тебя забираем домик, забирайте все, что угодно, только тыкву не бейте, да? То есть я могу тоже свою, да? Да. Ну, еще буквально немножко, у нас сковорода разогреется. А я вижу, там красные есть. Есть уже. О, ляп, вот, и двойная панировочка, да, следующим образом выглядит. Мы нашу отбивнушечку опускаем в муку в лизон, и отправляем на сковородку. Друзья, ничего не перепутайте. Да. В муку и льезон. Я думаю, это принципиально для некоторых. Очень. Ну, для Владимира это точно. Это да. А насколько принципиально бывает работа бармена? Вот есть какие-то, например, вот правила, да, вот мы видим по западным фильмам, да, там человек, да, так скажем, такой, там, Билли, начислил еще там 2 по 100, он такой, извини, друг, по-моему, тебе хватит, такой, я вызываю тебе такси, ты едешь домой. Окей, все. Там по рукам, и они расходятся. Чего я не наблюдаю у наших людей.
Потому что, зная, ну, неоднократно, ну, не только по себе, да, что человеку скажи, тебе хватит, это начинается просто вселенская, да, могут, такая, да, вот могут такая обида, это оскорбление. Воспринять как кровную обиду, но на самом деле один раз... Это я не умею, да. Один раз пришлось воспользоваться таким вот как раз... приемом, как отказать гостю в выпивке, причем пришлось мотивировать тем, что вы, наверное, кажете джентльмен, это было в одном из местных... То есть еще и обозвал, да? Да, в одном из местных студенческих питейных заведений, пабов, да, вот, на что человек все-таки... Ну да, джентльмен, паб. Да, да, отказался от употребления спиртного, вот, и... Я думал, что человек исправился, он оставил свой бокал и сказал, что да, действительно, наверное, мне хватит. Но тут же, когда мы вышли на улицу, мы поняли, что у него появились новые увлечения. Он перестал пить, он зацепился с местными таксистами и начал с ними беседовать. Ну, а, и начал примерно, ездить, да? Да, да, начал примерно в их... на их жаргоне пытаться им объяснить какие-то моменты. Итак, у нас мы готовим две порции, поэтому у нас еще одна отбивная. Да. Дорогие друзья, я просто в захвате, вот замечательное украинское слово «захват», вот оно полностью меня это поглощает, ну не то, что я от вида еды теряю рассудок, конечно. Что у тебя включена сковорода. Да, вон они такие, шуршит тыква, вот на самом деле это прекрасный вид, я, конечно, надеялся по твоим рассказам, Вова, что тут будет просто вот такая отбивная и вылазить из сковородки такая, съешь меня. Да, ну времена меняются, и да. Отбивная уменьшается немножко. Да. Кстати, вот по поводу жарки мяса, есть какие-то секреты вообще? Ну, достаточно хорошо разогретая сковородка должна быть, ну, порядка 180 градусов, чтобы продукты, которые попадают на нее, да, ну, чтобы они не приставали, то есть, да, не прилипали. Да. Вот, ну, и по ходу минут 15-20 нам необходимо будет, чтобы блюдо приготовилось. Вот, мы можем смотреть. Всегда мечтал сделать вот так вот. Да? Ну, чтобы... с тыквой. Честно, тыква. Я первый раз жарю тыкву. Вот. Сколько тебе приходилось в жизни раз жарить тыкву? И можно ли смешивать с мяса лопаточку, с тыквой лопаточкой? Конечно же, можно, мы ее поделим пополам. Давай когда лопаточка одна, конечно же, можно. Итак, после того, как у нас изначально достаточно высокая температура, мы можем слегка уменьшить огонь, в данном случае электричество, вот, чтобы не подгорело наше мясо. Вот, что оно здесь булькает вообще так прикольно. Вот, завораживающее зрелище. Можно вот так вот просто залипнуть и все. Главное, я так понял, не прозевать. Да, ну мы так посмотрим на нашу тефлоновую сковородочку. Вот, и переворачиваем. Вообще класс. Друзья, я надеюсь, вы это видите. Случались какие-то... Вот профессиональные, ездишь какие-то там байки. Например, история, байки, это история, которая происходила с тобой, либо с друзьями, с родной профессии. 100% у вас есть какое-то тайное общество барменов, где вы тут садитесь после вот этой всей работы, такие сели. И такие, ну рассказывай, стопудово за чаем. То есть, ну, есть, конечно, много историй, много замечательных ситуаций. Ну и одна из самых, скажем, причин, по которой многие ребята выбирают и сейчас профессию бармен, это, конечно же, живое общение и ситуации, которые иногда леденят душу. Но одна из таких историй, расскажу, наверняка многие ее слышали. Вот, прибыл посетитель в заведение, пришел со спутницей. Спутница в шикарном вечернем коктейльном платье. Заказал коктейль для своей спутницы посетитель. Вот. И при этом бармен готовил коктейль и, выливая напиток в коктейльную рюмку, случайно опрокинул бокал. И этот бокал переворачивается на гостю. Вот. Естественно, она начинает слегка... негодовать. Да, негодовать. Да, есть вот. И в тот момент, когда у ее спутника начинает надуваться ноздри, бармен понял, что не то что дни, там, секунды его жизни сочтены, он вспомнил всю свою короткую, ну, яркую жизнь и понял, что ну все, наверное, вот этот момент уже наступил. Да. Вот, ему больше ничего не оставалось, какие-то слова там, я вам куплю новое, или извините, там, или что-либо другое, было просто-напросто неуместно. Это было длилось доли секунд. Бармен понял, что ситуация достаточно безвыходная. Он открыл шейкер, посмотрел все, что там в нем осталось, перемешал и вылил все это себе на голову. Вот доли секунды, которые проходили в этот момент,
Гость, который вначале хотел, естественно, возмущаться и требовать какой-то компенсации, успокоил свою спутницу. Говорит, видишь, что человек, говорит, вытворяет. Говорит, сейчас поедем переоденемся. Это парень молодец, говорит. Вот. После чего стал его другом и, приходя в заведение, с порога кричал, говорит, это тот парень, про который я вам рассказывал, который себе на голову там шандарахнул. Как все, что надо было бармену, потом просто-напросто переодеться, помыть голову, и опять он приступил. Такой еще раз заходит, тут молча берет шейкер, снова на голову, узнаю, да. Ну вот, наше мясо приобретает такой достаточно... Жареный вид. Жареный вид, ну не зря ж так называется программа. Не парит, не тушит, не припускает, не варит, не парит. Это все, если вы поняли, это методы тепловой обработки. Помимо, кроме варки и жарки, существуют еще такие. Кстати, как вот ты относишься к тому, что некоторые продукты пытаются заменить другими? Например, продают колбасу, там написано мясо. На самом деле ты чувствуешь, что там мяса нет. На самом деле я был таким удивлен еще, ну, в силу специфику своей профессии в Харьковской академии общественного питания на 5-м или 6-м курсе 5 профилирующих химий. И мой преподаватель по химии показал мне продукт, дал попробовать и спросил, угадайте, что это? Вот, мы долго пытались отгадать, так и не поняли. И потом он дал нам второй продукт попробовать, мы тоже не поняли. Ну, в общем, на самом деле один из этих продуктов это был хлебный квас, не выходя из лаборатории, а второй это был творожная масса. Вот. Итак, мы берем... Залип немного. Да. И нельзя было отличить их? Он попросил отличить их? Нет, он сказал, что это за этим технологии будущего. Я понял. В кабинете химии создавались у нас... Я думаю, что мясо наше готово, поэтому мы подготовим тарелочки, куда мы будем сервировать. Вот они и, готовы. Да, нам сразу два блюда. И справимся с все-таки нашей тыквой. С нашей тыквой. Мы выключаем здесь сковородочки, одну и вторую. Вообще вот. Отлично. Ну, имеет вполне пристойный жареный вид. Жареная тыква, такое я вижу впервые. Выложим нашу. Вот я бы подумал, что это картопля по-селянски. По-селянски? Мы можем взять с себя деньги, как за картоплю по-селянски. Это платная передача, самые лучшие гости. Да. И приготовил, и заработал. Да. На самом деле, да. Вот вообще, что можно вот к этому блюду преподнести, например, если ты молодой человек или девушка, и тебе есть 21? Преподнести тыквенный сок. Да? Тыквенный сок. Друзья, и до 21 пейте тыквенный сок, и после. Вот, совет бармена. Ну, на самом деле, общеизвестные правила, которые обязательно соблюдать, то что к белому мясу подается обычно белое вино. Вот красному мясу может быть красное вино. Ну, самое главное, те напитки, которые вам доставят удовольствие. Ну и фактически наше блюдо готово. Приятного аппетита. Итак, друзья, напоминаем, татарское национальное блюдо кабоб лазат. Кабоб лазат с панировки льезон. Да, это льезон, молоко, да, молоко и яйцо. Смесь такая молока и яйца. Ну и вам ассистировал Владимир Монастырный. Да нет, вы готовили, ассистировал Дмитрий Половьян. Я хочу обратить ваше внимание еще на эти замечательные блюда. Владимир, я думаю, тебе стоит все-таки отрезать кусочек, попробовать. Я тоже это с удовольствием сделаю. Можем таким порежь, я буду есть. Татарское, да? Да. Ребята руками едят. Отлично. Так. Прям вкусно. Знаете, друзья, меня сейчас съемочная группа убьет. Вообще мы находимся, долго к этому готовились, а ем я один. Кстати, с тыквой очень вкусно. Действительно, жареная тыква с мясом. Сейчас оператор номер 3 меня ввалит. Ну, это ничего. Итак, друзья, я напомню, что у нас была говядина. Отбита самым замечательным барменом Сумщины Владимиром до тоненького состояния такого, потом посолено, поперчено. Мы это все вывалили. Панировка. Не в панировке. Мы это все замариновали. Вот, мы это все замариновали в сметанном соусе с чесноком. Туда добавили соль, перец по вкусу. По вкусу Владимира, и он, кстати, шикарный этот вкус. Вот, потом оно постояло. Мы в это время нарезали тыкву. Тыкву можно просто вот было порезать, пожарить. До обжаренного состояния, это замечательный гарнир. Мясо наше
пришло в готовность. Мы его в панировке, пусть это будет молочно-яичный такой соус с солью, перцем, запоминайте, я же запомнил. Вот, все это в муке, сначала вываливается в муке, потом в панировке и жарится. Жарится до готовности. Большое спасибо, Владимир, я вот вручаю вам такой вот подарок от нашего партнера, вот друга Grand Club. Это карта такая, скидок, там членские, там всякие посещения разных заведений. Очень тут много в программке написано. Очень полезная карточка в городе Сумы. Без нее, наверное, не обойтись уже нормальному сумчанину. Большое и пожелание, пожелание, Владимир, вот на камеру нашим дорогим друзьям. Дорогие друзья, хотелось бы пожелать вам не терять чувство вкуса. Для бармена это очень важно, это очень, ну, на самом деле, одна из составляющих его профессии. Вкуса во всем, в напитках, в еде, в хороших отношениях, чувство вкуса к жизни. Вот, всего хорошего, ждем вас на следующих передачах, и вы со своими рецептами наверняка сможете удивить. Пишите нам! Да, сможете удивить, да, и своих друзей, и, ну, телезрителей. Шановні друзі, ось і підійшла до кінця наша телепередача. І тому дивіться нас знову на головному каналі РТС, бо це головний канал Сумщини. В нас було м'ясо, в нас був гарбуз, в нас був Володимир. І завдяки цьому в нас, ми отримали ось таке шикарне блюдо. Тому дивіться нас, ніколи не переключайте цей канал. Будьте щасливі. Сумщина, я вас кохаю.